Сможет ходить и даже бегать. Подростку, который выпал из окна на прошлой неделе, провели операцию. Напомним, что молодому человеку было 16 лет. Он выпал из окна 5-го этажа. Когда его доставили в детскую областную клиническую больницу, его состояние было тяжелым. Перелом таза является одной из неблагополучных травм, поскольку часто сочетается с неприятными осложнениями. Поэтому эта патология, как правило, в большинстве своем мы отправляем этих детей в город Москву. В этот раз операцию провели на месте. Она стала уникальной для региона. Восстановлением костного скелета в ОДКБ занимаются регулярно. Однако с таким объемом необходимого хирургического вмешательства столкнулись впервые. Помимо перелома таза, подросток сломал бедро, повредил руки и позвоночник. Обычно у нас это проходит, то есть мы делаем этапные операции, да, то есть мы проводим сначала восстановление там какого-то одного органа, потом второго, то есть последовательное восстановление костного скелета. В данном случае операция продолжалась 3 часа, поэтому, так сказать, было принято решение о одномоментном восстановлении 2 поврежденных костных оснований. Операция прошла с минимальной кровопотерей. Также врачам удалось избежать негативных последствий. Сейчас молодой человек находится в стационаре на лечении. Это займет около месяца. Затем еще месяц понадобится на реабилитацию. У него движение полностью будет восстановлено. То есть он будет ходить, он будет таким же активным, как и был до получения травмы. Врачи отмечают, что подросток очень быстро идет на поправку. Со своей стороны, они максимально снизили число вмешательств, уменьшили наркозную нагрузку, чтобы молодой человек как можно быстрее вернулся к привычному образу жизни. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».